Починаємо наш денний ефір на сьому телеканалі. З вами Тетяна Миленко. Доброго дня і рада вітати гостей сьогодні в нашій студії. Так, Хрінь Наталія, завідувачка відділенням ультразвукової діагностики, лікар ультразвукової діагностики Одрексу, та Пустовалова Анастасія, лікар ультразвукової діагностики Одрекс. Поговоримо ми про міфи та про правду. Усе про ультразвукову діагностику. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Таке страшне слово – ультразвукова діагностика, але тут стільки цікавих питань, насправді, таких, які і мені навіть цікаві, так, тому що я вже кілька разів за кадром сказала, що помиляюсь іноді щодо ультразвукової діагностики. Так, яким чином вона працює? Як працює ультразвук? Ультразвук – это обычные звуковые волны просто достаточно высокой частоты. Они излучаются аппаратом ультразвуковой диагностики и им же воспринимаются. То есть на основании звук отталкивается от тканей, все равно это жидкость, либо это ткань, любая другая ткань организма, и возвращается обратно через датчик в аппарат, и там уже преобразуется и получается картинка, ту, которую мы видим на экране. Обычная серая картинка, которую все видели на УЗИ, наверное. А у чому різниця УЗ, КТ та МРТ, от такі абревіатури, так, в яких випадках УСД інформативніше все ж таки? Тут все, що ви назвали, проще сказати, що общего, це все методи візуалізації, методи отримання картинки, інтересуючої нас області. А от далі все различається. Діло в тому, що різна фізична основа у цих методів. Якщо для УЗІ використовується, як Наталія нам розказала, звукова механічна хвиля, для КТ використовується рентген хвилі, для МРТ – там особе впливання магнітного поля. В общем-то, вот это така фундаментальна різниця. Но чим отличається КТ? УЗИ от остальных методов, если вот так по-простому говорить, прежде всего доступностью, простотой, мобильностью. На сегодняшний день ультразвуковые аппараты есть у практических врачей, даже у некоторых портативные аппараты для определения, допустим, каких-то направлений в ультразвуковой диагностике, а в лечении. Но если использовать, вот в частности, аппарат экспертного класса с высокочастотными датчиками, в нашей клинике несколько таких аппаратов имеется, то мы можем получать картинку по детализации, по какой-то раздельной сдатности больше, например, чем на КТ и МРТ. В частности, это возможно там, при образованиях щитовидной железы, образованиях молочной железы, гинекологии, и так далее. А чи всі органи взагалі можна обстежити, які за допомогою УСД, а які ні? Да, почти все можно исследовать с помощью ультразвука, в частности, щитовидная железа, молочная, органы малого таза у мужчин и женщин, органы брюшной полости, почки. Все. И, к сожалению, нельзя использовать ультразвук при исследовании костей, образовании костей и так далее. То есть ультразвук не проходит через костную ткань, и, соответственно, мы никак не можем получить изображение костей. Ни любых костей в организме, в принципе, получить изображение невозможно. Вот. А так, любое заболевание, то есть на сегодняшний день трудно себе представить область медицины, то есть в любой области медицины без ультразвука сейчас никак. Это самый, опять же, доступный, самый безвредный и самый лучший метод для скрининга. То есть для понимания общей картины. А все остальные методы визуализации, как правило, они используются для того, чтобы уточнить или получить более подробную информацию, более достоверную для какого-то, для того диагноза, который выставляет доктор. Чи безпечне таке обстеження? Як часто його можна робити? Тому що існує дуже різна інформація, зокрема вагітні, так, думають часто взагалі. На самом деле ультразвук в диагностике используется с 50-х годов прошлого века. И существуют даже целые ассоциации ультразвука в медицине и биологии. И за все это время никаких достоверных данных за вред и опасность ультразвука не выявлено. Поэтому, в общем-то, он и используется и в акушерстве, лидирующие позиции занимает, и в педиатрии, и как скрининговая, вот как правильно говорит Наталья, как скрининговый метод. Коли потрібна додаткова підготовка для проходження УСД? Яка саме? Очень редко, когда нужна специальная подготовка. То есть, если это УЗИ органов брюшной полости, то это, как правило, натощак. Если это УЗИ почек, это должен быть наполненный мочевой пузырь.
Но, в принципе, особой подготовки не требуется ни для любого метода ультразвукового, для любой области исследования. Сімейний лікар все одно підстрахує та підскаже, так? Да. Це треба саме зробити, тому що це наступне наше питання, так? Чи можна взагалі зробити до або замість огляду лікаря, чи тільки треба за направлення? Це болезненний вопрос, на самом деле, і сложний, тому що дуже багато людей дійсно думають, що можна вместо. На самом деле, якщо, допустим, у вас есть проблема, которую вы давно знаете, вы наблюдаетесь у врача. Да, перед посещением своего врача вы можете прийти на УЗИ, сделать, допустим, исследование и прийти к своему врачу. Но если проблема впервые возникшая, то, конечно, лучше сначала посетить семейного врача, чтобы определиться именно с теми методами диагностики, которые нужны именно конкретно в вашем случае. Так, а ОСД серця, які патології виявляє, та коли його треба проходити? Всегда. Тобто навіть якщо кардіограма показує, що все добре, конечно, все одно кардіограма, вона показує електрическую активність серця. На УЗІ ми увидим структуру мышц, клапанов, то есть работает ли правильно клапаны, как сокращается мышца сердца, да, то есть это мышечный орган, и любую патологию, любую связанную с сердцем, однозначно это всегда УЗІ сердца. Невозможно себе представить на сегодняшний день, ну, элементарно, то есть то, с чем мы сталкиваемся каждый день в своей жизни, это, допустим, та же артериальная гипертензия, которой страдает большая часть населения за 40. Без УЗИ сердца нельзя, потому что есть как причины в сердце, которые приводят к артериальной гипертензии, и сама артериальная гипертензия вызывает повреждение миокарда, мышцы сердца, и, соответственно, когда если грамотный доктор грамотно лечит артериальную гипертензию, он все равно периодически раз в полгода, раз в год будет посылать пациента на УЗИ сердца для того, чтобы оценить эффективность своего лечения. Патология всевозможная выявляется на УЗИ сердца. Это пороки развития, это всевозможные миокардиты, воспаление мышцы сердца, это кардиомиопатии, то есть аномалии с мышцей сердца, которые происходят. И, конечно, есть пороки сердца, которые живут люди и не знают о них, и они выявляются, начинаются декомпенсироваться, то есть сердце начинает не справляться с этой аномалией развития годам к 40, и они могут дожить спокойно до 40 лет и не знать, что у них вообще была такая проблема. Поэтому в предоперационном периоде, когда пациент идет на операцию и готовится к анестезии, да, выражаясь народным языком, к наркозу, это обязательно. То есть у нас все пациенты, которые идут на операцию в нашей клинике, они обязательно проходят УЗИ сердца перед операцией, по-другому быть не может. А что такое ультразвуковая доплерография? О, на самом деле это очень интересная вещь. Дело в том, что в начале 19 века в Австрии жил такой ученый Кристиан Доплер. Так вот, он наблюдал за звездами и обнаружил, что частота волны, которую мы воспринимаем, кто-то воспринимает, зависит от того, движется объект к нам или от нас. И вот это открытие повлияло на очень разные, скажем так, отрасли науки. И в частности, в медицине используется для изучения движущихся частиц, в частности, крови по сосудам, в сердце. И мы таким образом можем изучать кровоток, его качество, его какие-то качественные, количественные характеристики. Говоримо часто про доплер, так, а які захворювання дозволяє виявити він і які є показання для такого дослідження? Тобто це більш глибоке дослідження, я так розумію, так? То есть мы можем выявить любое заболевание сосудов. То есть где бы эти сосуды ни находились, они находятся во всем организме, да? То есть любую сосудистую патологию мы можем выявить с помощью этого исследования. Это атеросклеротическое поражение сосудов, артерий. Будь это верхние конечности руки, будь это ноги, будь это сосуды шеи. Это тромбозы всевозможные, как артериальные, так и венозные. Это только ультразвуковое исследование с помощью доплерографии. Это варикоз, варикозное заболевание вен. Это тоже только ультразвуковая доплерография. Ну, всевозможные сосудистые аномалии, врожденные, которые есть у людей, бывают гемангиомы, мальформации венозные. Это тоже врожденные особенно нарушения строения сосудов, как правило. Это тоже только ультразвуковая доплерография. Яка підготовка для дослідження судин голови та шиї? Чи має вона якось відрізнятися? Ні, ніякої підготовки не потрібно. Можна робити в будь-яке час дня. Единственное, что... Да. Ну, есть ограничения, есть трудности, но мы их преодолеваем. А подготовки для пациента никакой. Тобто зовсім ніякої там годити.
Так, у будь-який момент можна прийти. Добре, ультразвук використовується для хірургічних втручань. Чи використовується взагалі? Яким чином це допомагає хірургам? Невозможно представить себе, да? Как можно обходиться без ультразвука? Только обсуждали по дороге сюда вопрос, что у нас 3 портативных УЗИ-аппарата, которые используются в операционных, и вот реально дефицит, нужно заказывать 4-й. Потому что если это пункция под контролем УЗИ, это всегда более точно. Можно попасть в то образование иголкой в то место туда, куда нужно, и трудно себе представить, что кто-то будет делать биопсию или пункцию без УЗИ-контроля на сегодняшний день. Раньше катетеризация магистральных сосудов тоже делалось, по сути, вслепую. Да? Куда попаду, в артерию или в вену? То есть, куда попадет анестезиолог, ну, туда и попадет. Повезло. Если сразу в вену, повезло. Если проверял, извините, артерию, за мной такой термин, то всем грустно, не повезло. И доктору, и пациенту. Ну, то есть, в нашей клинике только, это выполняется только под контролем ультразвука, и никак по-другому, в принципе, быть не может, как и во всем мире. Если это биопсии органов, то есть, понятно, когда кусочек ткани берется на анализы и определяется, что это за образование. В любом органе это тоже все только под УЗИ-контролем. Когда сложные операции в любой, наверное, области хирургии, вот в частности, мы работали с травматологом, было очень интересно, образование на бедренной кости было близко к сосудисто-нервному пучку. То есть под УЗИ-контролем было видно, как проходит травматолог своими инструментами, чтобы не зацепить крупную бедренную артерию, кровотечение из которой, по сути, является катастрофой и опасным для жизни. То есть нет такой области в хирургии, в которой бы не использовался ультразвук. Я дякую вам за те, що завітали до нас. І нагадую, в гостях у нас Грін Наталія, завідувачка відділення ультразвукової діагностики, лікар ультразвукової діагностики Одрексу та Пустовалова Анастасія, лікар ультразвукової діагностики Одрексу. Дякую вам ще раз за те, дякую, що завітали спасибо. До нас. Приходьте ще. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Миленко. Усього найкращого. Всього доброго.